20-летний парень на грани жизни и смерти после серьезного ДТП, произошедшего сегодня ночью в столице. Он сидел на переднем пассажирском месте автомобиля, который врезался в дерево. За рулем находился 21-летний пьяный водитель. Авария произошла на перекрестке улиц Лакулу и Александрии. Для того, чтобы высвободить потерпевших, спасатели разрезали дверь автомобиля. Сидевший на заднем сиденье пассажир вышел самостоятельно. Находившегося на переднем пассажирском сиденье парня придавило из-за поврежденного капота. Пострадавший находится в институте скорой помощи в коме третьей степени. У него травма черепа, переломы ноги и бедра. Водитель не пострадал. Тест на содержание алкоголя показал, что допустимая норма была превышена в 5 раз. В ходе следственных действий установлено, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Тест на содержание алкоголя показал, что концентрация в выдыхаемом воздухе составила 0,85. Открыто уголовное дело. Водителя задержали на 72 часа. Поліція встановлює всі обстоятельства аварії.